Это не видать мне. Ох, есть. Где там брат-то? Вон он где. Ну, как вы там приготовились к Пасхе-то? А как надо готовиться? Я не знаю, как вы готовитесь. Вот у нас вчера подготовка была. Поехал Игорь Добунов, отвез нас на вторую строительную. И пришлось мне взять с собой топор и разломать там печку, плиту и все остальные железяки забрать. И привезли сюда. Немножко огнеупорного кирпича захватили. Пришел, а там пылище в комнате не видать еще было. Ну, представь, кирпич падает, и сразу стенка от печи. Никуда же нету ни вентиляции. Ну, пришлось дома уже маленько подмарафетиться. Все остальное уже остается на другие дни. А Пасхи. Сегодня вот день постный считается, насколько возможно. А уже перед тем, как пойти, как приготовиться. Ну вот остальное все убрать, чтобы лишнее ничего не мешало. На первый день недели постараться, чтобы ничто под ногами не путалось. Вот так. Что у вас там? Какие звонки есть откуда? Нету. Нету. Ну, все, что могли, сделали. Дальше видно будет. Вчера Вальтера переписывались, как его встретит. Тут Игорь встретит, сразу привезет. Он опаздывает на один день. Отпуск. Только с этого дня никак нельзя. Вот это же умышленно враг так делает. Один день, главное, об одном дне все. Он приезжает к вечеру, допустим. Ну, на следующий день там может быть крещение. Там подготовить надо. Сегодня-то вашего за некогда, потом тепло будет. Под тополем дом подготовить, его туда поселить, как прилетит. Кого? А, Вальтер. Из Германии. Значит, он с женой и трое ребятишек маленьких. Им отдельный домик дать. Это очень удобно будет там. Ну, заранее все, что требуется занести, там, может, подмести, помыть. Проверить все и во дворе, там, и когда, на будущее просто запомнить это надо, что надо будет. Да. Это время тихо записываться уже. Ну, что еще сказать-то? Потому что разные будут приезжать люди-то. Пишут, стараемся, чтобы они на месте принимали крещение, там ездили. А все равно некоторые все везде узнали, никак нету. Нигде. Видишь, из Германии даже едут. Уже нашли там двух. Никак. То обязательно, чтобы деньги были, платили. То полного погружения нет. А когда говорят, согласны на полное, начинает крестить вот так вот человека, а потом опять ладошкой хлюпает. А во время крещения уже не остановить ничего. Жулики, просто жулики настоящие. Безобразие ужасное. Крестить. Надо, что интересно, сектанты крестят, а опрокидывают на спину. Ну, хоть полное погружение. И такое простое дело. Ничего тут не надо, ничего нет. Зашел во имя Отца, Сына, Святого Духа. И все так исказить. Это Украина. Все на этом.